Губернатор области Валерий Радаев вместе со всем составом областного правительства продолжает посещать районы области. В этот раз они отправились в Ртищевский. В центре внимания были местная ферма и школа. Все подробности в репортаже Елены Макаровой. Молочно-товарная ферма только строится. Здесь будут доильный зал, профилакторий и пункт искусственного осеменения. Скоро сюда завезут 200 голов скота, многие строительные материалы бывшего употребления. Например, эти бетонные колонны раньше находились в местных мастерских. Таким образом, руководство фермы старается хоть немного сэкономить выделенные деньги. Что она там будет делать? Лежать. А где кушать она будет? Вот здесь. Вот кормовой стол. Так она оттуда выходит. Это лежаки, она головой лежит туда. Так. А здесь там, здесь что будет? Нет, я понимаю, что она на бетоне будет стоять? Да. Она поела и ложится туда. Третья Ртищевская школа – одна из самых больших в районе. Здесь обучается более 500 школьников. Губернатор первым делом решает осмотреть компьютерные классы. На каждом столе в этом кабинете вместо стационарных машин – ноутбуки. Все файлы учеников транслируются онлайн на экране компьютера учителя. Таким образом, преподаватель может следить, чем занимается каждый учащийся во время урока. Я вижу, ученик 6, ученик 5 у меня занимаются в интернете. Уже в местном ФОКе губернатор встретился с жителями города. По традиции в таких собраниях принимает участие весь состав областного правительства. Здравоохранение, образование и ЖКХ снова оказались в центре внимания. Мы обязательно будем двигаться ежегодно вперед. И двигаться будем заметными темпами. Не обещать приезжать сюда встречаться. Почему приехали все министры? Чтобы вы и мы все познакомились друг с другом. Чтобы мы имели такую возможность отчитаться перед населением Саратовской области в разрезе любого муниципального образования и поселения в том числе. Поэтому мы будем расшивать эти проблемы, и коль уж пришли до этого, и посвящаем сегодня свою работу, в сутках 24 часа, их не хватает сегодня моим коллегам, которые здесь присутствуют. Но независимо от этого, я думаю, что совместно мы найдем и будем находить решение. Приоритетным сейчас губернатор считает ремонт дорог. Именно поэтому большая часть бюджетных средств будет направлена на асфальтирование дорожных полотен не только в городах области, но и в селах. Елена Макарова, Вадим Лысов, Павел Криклевец, Вести, Саратов.